Новинка от компании Rake, моделька P671CB. Достаточно интересный и крайне небольшой ножик, вот, но на удивление плотно сбитый и с довольно пухлыми накладками. Чем-то напоминает гипертрофированный циндер от компании Kershaw. Ножик реально небольшой, очень плотный, очень отлично заполняющий руку, имеющий довольно толстый клиночек и неплохие ребра жесткости, видимо, для каких-то ковырятельных работ. Замок здесь Liner Lock на двух ванерах и на толстых плашках G10 с карбоновой пленкой. Механика у ножа довольно неплохая для своих габаритов. При всем при этом возможны два способа открывания. Это вот такой вот шпенек, комбинированный из стали и G10, и вот такой вот а-ля фрикционник или фронт-флиппер плавничок. За шпенек открывать на самом деле гораздо удобнее. Сталь по-прежнему Sandvik 14C28, отличная нержавейка для любых случаев. Клипсы здесь, как у остальных моделей, с глубокой посадкой. И вот такой вот стальной бэкспейсер дополняет все это дело. В нем, кстати говоря, спрятано отверстие для темляка. Неплохой запасной ножик для всевозможных вспомогательных задач.